Саши с палкой воюет. Он только-только проснулся. Я уже 2 часа как проснулся. Кто там тебя напугал, солнце мое? Сделал себе чаечек, сел такой весь. Наслаждаться видом. Сейчас только 7 утра, но я в 5 проснулась. Вот она, большая-большая компания, семья. А что им делать-то, да? Они же кушать хотят. Вон они, что-то уже кто-то что-то нашел. Ругается. Darling, today I have to brush your hair. Нужно причесать себя. Что ты? Ой, а сколько малышей. У них же миграция детского сада. Мне так нравится с утра смотреть, как эта долина Кангра, она вначале темные холмы, потом по чуть-чуть приходит солнышко. Орлы летают, своим делом заняты. Что-то там ловят, смотрят. Обезьянки ходят, собачки гавкают. Вороны каркают. И солнце. Солнце приходит в долину. Вороны вон прямо на макушках сидят, тоже осматривают. Ну, ты зови меня. You call me when monkey come in, okay? Okay, okay. Don't fight with them. No, no, I don't fight. They're so big. Don't afraid, mama, with you. Мама 100 meters away. Я говорит, не буду с ними драться, они такие большие. Я говорю, не бойся, я с тобой. У него палка вон. Он со вчерашнего дня с этой палкой. He doesn't know it's very light, but look very close. Они же не знают, что она легенькая, бумажная палочка такая, рулончик. You want banana? И правда пришла. А у меня тоже есть бананчик, я тоже кушаю с утра банан. А, давай, давай, давай. Вот мы есть, у нас есть банан. Надо угостить ее. Ой, ой, да хорошо ты ей как живется. Друзей не зови. Мама, don't go to here. А что это? А еще одна идет. One more. Hello. Go eat outside. Быстрее, быстрее, давай, пока не пришли друзья-то. Don't throw here, okay? Не кидайся сюда. Ага, окей, говорит. Так она тебя и послушала. Ну, они сейчас это... Они сейчас к нам сюда. Не, извиняюсь. Саши, давай. Так. Не-не-не, я не буду оставлять дверь открытой. Саша пошел выкидывать мусор. Шуму-то. Малыши пришли. Ой-ой-ой. Я понимаю, что тебе хочется сюда заглянуть. Раз отсюда бананы выносят, наверняка тут склад. Они боятся. Ага. Welcome. Все, собрал все бананы, решил отдать. Говорит, да, я им отдам, потому что... Мама, you eat inside. А что это я eat inside-то? Ты outside? Ой, мама! Нет, точно. Он был прав. Саша, спаси меня. Он хочет мой бананчик. У меня тоже завтрака не было. Don't be afraid, darling. Они кидаются. Мама, you eat inside. You don't eat in front of them. Да ладно. They don't like. Да ладно. А. They don't like. Чело басоля. Наяв. Финиш. Все, закончилось. А. Давай. Да. Иди домой. Да. Все, идите домой, Ханумана. Вот давно я их не кормил. Тут. Патрик Фэмили. Я. У него ухо ободранное. В каких-то действиях. Участвовал. Ой, бабу на я. Чел. У меня нету ничего. Все, все, все. Ты посмотри, он ругается. А я не знаю, где твой вепон. Ой, да, он там. Эй, что-то нафиг там. You think maybe it is banana, no?
Вкусные такие бананы здесь. Чало. Саши, чего они трогают? Ой, господи, какие они голодненькие. Давай хлебушка им дадим. У нас хлебушек где-то есть. We have bread, Тора-Тора. Я палку нашла. А у нас хлеб есть. Сейчас я тебе дам хлебушек. Bread from Шринагар. Ну дай ему хлеба. Ну не ругайся на него. Ага. Ну, в принципе, да. Сейчас нас хозяева-то как заругают. Ой, а там малыши. Малыши корочки подбирают. Small baby, yes. По иерархии это только старшим положено. Он ест хлеб. They eating bread. Не весело? Ну, конечно, после бананов-то не весело. I understand. Вон там все кусты колышутся. Они вышли. Они тут так каждое утро проходят. А, блин. Вот жадина, говядина. Вроде бы сама не сильно желает. Дай ей хлеба. We have хлеб. Ну дай им, малышам хлеба. Вот, видишь, он даже хлебушку рад. Это папа наелся уже бананов. Маленький так боится, отползает. И хочет с семьей сидеть завтракать. Вот что ты две булки в рот затолкал? Три? Две выпали. Бережно к хлебу-то относись. Вон малыш подбирает каждую крошечку. Иди, подбирай. Ему не понравилось уже. Нет. Я не согласна на дружбу. И не смотри на меня так. У меня вон Саши с палкой есть. Вот. Дружба должна быть подкреплена как-то так. Орудием самозащиты. У нас еще помидоры есть, арбуз есть, половинка арбуза. Давай. Иди, пойдем в дом. Саши, он тебя укусит. Хочешь, говорит, поздороваться за ручку? Еще один. Иди, вон там хлеб есть на крыше. Иди туда. They like everything. Бананчики, шкурки попробовать. Я понимаю, но бананы-то закончились. Хлеб они едят. Вон он ест. На безрыбье и рак рыба. Давай, ешь. Сейчас нам хозяева-то объяснят. Или хозяева вот этого отеля. Да ладно. Иди. Это вот соседний отель, они тут тоже что-то ремонтируют вроде бы. Обезьянкам надо поесть, надо, да. Пробежали, все посмотрели, там зачем-то люди вон на склоне устроили свалку. Обезьянки и свалку посмотрят. Вот прям такой табор идет. Все, улучшили с утра карму. С утра был немножко неплохой интернет. Загрузила видео и поговорила с сестрой, показала ей даже долину. Она говорит, я слышу, как по вайберу, по видеосвязи, хотя голоса булькали так, но очень плохая связь. Но она увидела, вот картинку увидела, говорит, я даже слышу, как вороны каркают. Вот.
Вон их сколько ворон.